Ранее упоминалось, что терпение ас-сабр делится на три вида. Терпение в подчинении Аллаху, чтобы это привело тебя к терпению совершать молитву, пост и хадж, закята и иного, и терпение не совершать то, что запрещено Аллахом, то многобожие грехи или же нововведения, и третье терпение по отношению к тому, что Аллах предопределил, то есть то, что Аллах предопределил для своего раба.